Рекорд по намолоте збожа кукурузы больш за 13,5 тысяч тонн установил Сергей Май, комбайнер сельгазпрадприемства «Сервалюксагра». Показчик самый высокий в области. Аграры, у якія працавали, як кажуть, от світання до заходу. С завершением уборочной повіншувало керавництво в области, района и предприемства. На фінішную прамую Сергій Май вийшов под святло фар своего агрегата. А апошнія сотки кукурузы и гэтая уборочная кампанія для комбайнера завершилася у прамым сенсі перамогай. У скарбонцы механізатора больш за 13,5 тысяч тонн намолоченого збожа кукурузы. И гэта лепший вынік в области. Не покладая рук, трудились. Погода позволяла. Ну не всегда, но так и работали. С утра до ночи. Без выходных. Своей данной працы Сергей Май показал добрый приклад коллегам. Так выник Рыгора Бокача на уборце кукурузы. 13 тысяч тонн сбожа. Віншуванні хлеборобы примали прямо у поле. Подарунки, гоноровые грамоты и слова подяки гучали от керавництва в области, района и предприемства. Чувство гордости за наши предприятия, за наши кадры, за механизаторские кадры, которые такие показывают высочайшие результаты, есть чувство гордости. И я думаю, что есть к чему тянуться и остальным. И вот этот результат, который сегодня показали два комбайнера «Сервалюкс», «Агро», это, поверьте, это очень огромный результат. Сегодня такие объемы даже некоторые районы не получают, то, что сделал каждый из этих механизаторов. За великим урожаем стоят люди, а так само правильная агротехнология, забеспеченность техникой, паливом и угноениями. Секрет успеха? Здесь все просто, надо делать все вовремя. Сеяли мы сутками, отсеялись за 19 суток. У нас 1960 гектар. Сеять сутками, конечно, тяжело. Людям тяжело, сложно, но мы стараемся создать условия, при которых они смогут работать и днем, и ночью. Это навигация, это автопилот, это хорошее освещение и комфортная работа на технике. Практически уже район заканчивает уборку кукурузы. Осталось на сегодняшний день к уборке порядка 700 гектаров. Это в двух хозяйствах еще такая площадь вот осталась. Под кукурузу на зерно в районе отведено 4260 гектаров. Это немалая площадь, конечно, и получили достойный урожай. По району получено 96 центнеров с гектара. По данному хозяйству получено 126 центнеров. По оперативной информации, намолот кукурузы у Могилевском районе перевысил 138 тысяч тонн сбожжа. И, как означают специалисты, минавито аграры «Сервалюксагра» унесли важкий уклад. Амаль 40 тысяч тонн сбожжа. Юлияна Уласова, Юрий Уласов, новини региона.